Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сегодня я хочу вам рассказать о пряже Меринос Пух Яка, который нам предоставил наш спонсор магазин Бобинки.ру. Координаты магазина и ссылку на него вы можете увидеть под этим видео. Нитка достаточно тонкая для машинки. Должна подходить идеально. Но сейчас мы попробуем ее провязать и посмотрим, как получается наш образец. На вязальной машине Silver Reed 840 провязывается без усилий. Абсолютно без усилий. Идеально идет нитка. Ложится ровно. Машинке нравится. Плотность 5. В одну нитку очень хорошо вяжется. Мы провязали образец, видите, я обвела контур, вот он, как у меня лег образец. И сейчас проведем влажно-тепловую обработку, посмотрим, насколько пряжа дает усадку. Поскольку производители парафинят нить для облегчения вязания и хранения, парафин должен уйти, посмотрим, как она будет себя вести. Потому что сейчас не могу сказать, что это пуховая ниточка, то есть парафин придает небольшую грубость, которая должна уйти после стирки. После того, как я образец выстирала, он стал очень мягкий, нежный, вот пуховый. Все-таки пух яка дает себя знать, очень приятный на ощупь, но дает сильную усадку. Видите, на какое количество петель у нас сел образец. Вот он. Если он по рядам практически не изменился, то по петлям он сел очень хорошо. Поэтому учтите, что эту пряжу нужно обязательно стирать. После этого она приобретает свой настоящий тактильный образ. Только после стирки эта пряжа приобретает тот вид, который заявлен производителем за счет того, что мы с вами смываем парафин. Потому что если просто отпарить образец, он все равно остается грубым и жестким. Он жесткий, красивый, да, но по сравнению с выстиранным даже и близко нельзя как-то их сопоставить. То есть образец обязательно стирать. При продаже пряжи нас предупредили, что стирать желательно несколько раз. То есть если вы будете эту вещь несколько раз стирать, причем не в горячей воде. В горячей воде нельзя. В холодной, прохладной воде, шампунем, либо специальными средствами проблем никаких не будет. Эта пряжа будет становиться только лучше и лучше. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. А также ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля и в магазине высококачественной итальянской пряжи Бобинки.ру. Ваша Наталья Некрасова.